Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из договора о союзном государстве, о ДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника. И, безусловно, как я уже вам говорил неоднократно в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства. Эти обязательства были взяты нами обоюдно, страна должна эти обязательства исполнять. Вы знаете, что мы неоднократно заявляли, что мы так и будем поступать.